я сначала не понял, за что мне дали карточку, в принципе, ну, подкатывал, да, прямой ногой, вот, а удаление, я просто был на газоне, Рыков подбежал, толкнул меня, я просто не понял. В итоге он сказал, что хотел меня просто успокоить, я так и не понял, судья принял это как атаку на игрока, наверное, не знаю. Дай бог, что повезло так, когда замену сделали, сразу же забили. Миранчук сегодня вышел на поле очень хорошо. Ну, конечно, игроки хорошо вышли, усилили игру, поэтому все вместе, общая победа. Забрали 3 очка и почувствовали атмосферу, какая должна быть на Черкизове, потому что болельщики очень-очень хорошо нас поддержали сегодня.